Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Серегина Светлана. Шутки сегодня в сторону, у меня для вас очень важное сообщение. Ученые обнаружили, наконец-то, следы древних польских огурцов на высочайших вершинах мира и тем самым доказали, что написание слова «огурек» через «у» замкненте или «о» с креском правильно. Wujki idą w tango, ciotki robią kwas, na stole pełno ciast, ogórki są w słoju. Объясняю. В каждом языке, господа, есть свои ошибки в законе. И это очень интересно, как и факт сам по себе, и как довод в защиту того, что загрязненность, подверженность влияниям, изменениям, появление нового и отмирание старого, и, наконец, возмутительнейшее отсутствие логики – это абсолютно натуральные свойства большинства человеческих языков, всех человеческих языков. Давайте рассмотрим нынче один случай такого рода на примере польского языка и исконно польского слова «огурек». Итак, слово «огурек» – это на самом деле польская версия заимствованного персидского слова «ангурион», которым мы тоже попользовались, создавая огурец, и немцы тоже сделали гуркен, и многие всякие другие народы. И по логике поляки должны были бы писать «огурек» через «у» от варте, потому что слово-то заимствованное. Никакого «о» с хвостиком наверху там не было никогда, ни в какой этимологии. Но то ли наши польские собратья решили, что огурцы растут на склонах гор, ну, гор по-русски, а по-польски гур, гура, что они недавно, в общем-то, и доказали, то ли что огурцы – это исконно польская еда, с чем можно, в принципе, согласиться, достаточно вспомнить некоторые польские потравы. Ох, мизерия с щемнячками. А я огурки только жре, мяле знов, мяле знов, мяле знов свою. Бо такого хочешь пить, и шо найгодный пицца пред веленды. Слышаме огурка. И что это должно быть обязательно отражено в написании. Все равно, господа поляки, факты-то неумолимы. Вы допустили ошибку. И потом сами же ее узаконили. И результат таков, что вот если вы, движимые чувством справедливости, напишете слово «огурек» через «у» от варты, так как оно и должно, в принципе, писаться, то миллионы польскоязычных граждан в праведном гневе с невзамутненным просто сознанием собственной абсолютной языковой безгрешности вас исправят. И поскольку со своим огурцом в чужой монастырь не ходят, будем уж писать, как велели. Амяно пиче, огурек.